я уже около года работаю, и за это время я занимался достаточно многими технологиями, как и мобильными, так и веб-технологиями, и серверами. И у меня есть некоторый опыт, которым я хотел поделиться с вами. Итак, сегодня мы поговорим о Node.js. Это не сама, в общем-то, технология, об этом вы найдете много всякой интересной информации. Да и любой, кто ко мне приходит, там собеседует и так далее, обязательно говорит, что он пробовал это Node.js. Сейчас это действительно популярная тема, но так ли он хорош? Но они задаются такими вопросами, когда думают использовать данную технологию всегда на продакшн серверах. Вот. И я имел такой опыт, и хочу с вами поделиться, предостеречь от некоторых распространенных ошибок. Вот. Что хорошего есть в Node.js? Это, допустим, очень весело писать код. Действительно, это что-то новое и очень гибкий язык. Огромное количество расширений. То есть вы можете найти на GitHub, это один из самых популярных тредов в GitHub, вы можете найти там тысячи и тысяч разных расширений уже готовых. Потом расширения есть достаточно разные. Есть, которые написаны чисто на JavaScript, а есть, которые содержат в себе, допустим, компилированный код там, C++ или C. Для каких-то довольно-таки прожорливых задач. Также это перспективно. То есть рано или поздно, да, технология сейчас там года два, допустим, она вышла там, на рынок, вот. Но ее продвигает Google, продвигает огромное комьюнити, и думаю, рано или поздно она займет свою нишу. Но сейчас это действительно такая больше ознакомительная штука. Ну, легко достаточно ее развернуть на ваших серверах. То есть никаких проблем нету запустить Forever, тоже поддержать процесс с всеми запущенными, и настроить Nginx портирование на нужном уровне. Можно даже без Nginx, если вам нравится. И что интересно, как многие отмечают, это прирост производительности. Но я тут написал специально возможно. Есть некоторая тонкость. Все мы знаем, что Node.js обрабатывает запросы, грубо говоря, одновременно. Есть такое мнение. На самом деле это не совсем так. Он, да, может выполнять несколько запросов, даже много запросов в одном пике. Грубо говоря, процесс разбит на пике выполнения. Допустим, к вам заходит запрос. Он может выполнить, в принципе, за один пик. Но зайти, допустим, три запроса, они выполняются в этом пике. Но есть момент, если, допустим, этот запрос выполняется долго или выполняет какие-то блокирующие операции, синхронный код, грубо говоря, тогда ваше приложение не будет здесь работать. То есть этот пик растянется, он заблокирует выполнение всех остальных функций. Вот, поэтому он уже если предпочитает писать синхронный код, поскольку он легко масштабируется на пике и можно отступлять на грузку. Ну и поэтому каждый сейчас считает своим новым показателем в резюме, что он написал уже уже рассказывал, хочет или пробовал. Но минус. На данный момент, как я сказал, технология очень молодая. И на продакшн серверах она показывает себя не очень надежно. Следующим моментом можно отметить довольно большим минусом. Это довольно-таки примитивный хардвер шрифт, который там есть. Он основывается на отменном референс каунте и часто ошибается. То есть приложение, которое запущено, не известно кифу. И слишком быстрое развитие, как я говорил в предыдущем, что это плюс, но это и минус в том числе. Потому что, допустим, вы разрабатываете приложение, у вас мало зависимости, эти зависимости обновляются чуть ли не каждый час. Вот. И бывает, что это ломает код, приходится блокировать версии лучших и таким образом избавляться от этого недостатка. Иногда приходится, когда вы хотите новую версию поставить чего-то, часто приходится рефакторить свой собственный код, поскольку не позволяет уже этот код разработать, ну, на вашем изменились, допустим, какие-то высылки или еще что-то, вот, и необходимо произвести соответствующие изменения. Есть определенная сложность. Дело в том, что многие пробуют Node.js писать что-то примитивное, чатик там или какой-то REST сервис и так далее. Это легко.
Но когда вы пишете действительно что-то серьезное, уже большое, с кучей всяких костылей базовые, то становится довольно сложно. Когда вы работаете с многими базами данных, там, с очередями, еще с чем-то, вам нужно поддерживать это постоянно, понимать, в каком состоянии там это все пребывает, и можно ли это там использовать, нужно падать и так далее, то это становится довольно-таки нетривиальной задачей. Стоит ли вам связываться с Node.js? Ну, на этот вопрос можно хорошо подумать перед тем, как сделать такой вывод, что все-таки можно это взять. Я думаю, что действительно многие вещи на Ruby и Python делаются приблизительно так же. Может, не настолько, но это действительно, допустим, если вы хотите писать REST-ful сервис, то почему бы вам писать на Python? Это можно много лет, или на Ruby. Но есть моменты, когда Node.js существенно, скажем так, более предпочтительно. Допустим, когда вы хотите свой код использовать как на бэкэнде, так и на фронтенде. Допустим, в нашей ситуации, например, работает ситуация такова, что мы используем Paper.js. И Paper.js имеет расширение как для Node.js, так и для фронтенда. И его использование Node.js на нашем сервере очень нам удобно. Мы можем использовать один и тот же код, грубо говоря, и там, и там. Что, конечно же, является уникальной возможностью. И как бы начать проблемы, вообще все проблемы начинаются на Node.js с эксепшена. Поэтому я немножко расскажу вам за эксепшены. В принципе, это касается не только того Node.js, но и контента как такового. JavaScript есть два, в общем-то, способа выполнения кода. Это код, который выполняется синхронно, и код, который выполняется синхронно. И нужно довольно четко понимать, в чем разница, чтобы эффективно писать без ошибок. Давайте посмотрим на пример синхронного кода. Видите, здесь нет никаких callbacks, никаких функций анонимных и так далее. Он скажет примитив. И выкинутый exception тоже является синхронным. А вот посмотрим на синхронный. Впрочем-то делает то же самое, но уже делает и синхронно. Как видим, он тоже кидает exception. И вот в чем вся сложность ситуации. Вот такая штука будет поймана у вас в кэш. А уже вот это никогда не будет поймана в кэш. Дело в том, что код, который асинхронный, он не ловится правильно. Это очень важно понимать. Поскольку вот это вот выглядит вам как uncatched error. Потом это будет как происходить как и в браузере у вас, так и на ноде. Если в браузере в этом нет ничего, потому что появится там в консоли, кто-то смотрит, как разработчики, вот, ничего страшного, что не происходит, то с Node.js все достаточно сложно в этом плане. В Node.js, допустим, можно ловить непойманные эксепшены. Если вы подпишетесь на это событие в процессе, то ваше приложение не будет падать при таких ситуациях, когда эксепшен не пойман. Если вы не подпишетесь, то оно будет падать совершенно. Вы выкидываете сертификат и все остальное, что не сильно и надо нужно. Но это ловит ошибки всего процесса. А вам может понадобиться ловить ошибки какого-то отдельного кода. Вот, который асинхронный. Поэтому в Node.js есть такая штука, как Domain API. На данный момент он unstable. Вот, но им уже можно вполне пользоваться. Что он собой представляет? Вот это, в общем-то, пример выполнения кода в Domain. Мы создаем на этой стеке через create некий объект, который будет, грубо говоря, контейнером, в котором мы будем запускать наш код. Вот. И подписываемся этого контейнера на событие error. И дальше в run мы запускаем, в общем-то, наш асинхронный код. И он ловит как синхронные, так и асинхронные эксепшены, которые с этого куска вылетят. И как бы все это приходит туда, в консоль log, catch, грубо говоря. То есть, в общем-то, чуть-чуть то же самое, но чуть-чуть выглядит по-разному. Некоторые думают, что это синоним
грубо говоря, загрузка в отдельном процессоре, что такое. Нет, на самом деле все выполняется в одном процессоре, и просто там разделяют стримы, вот, некоторые ресурсы для того, чтобы эффективно отлаживать, говорить такие ошибки асинхронные, но на самом деле выполняется все в одном процессе. И, грубо говоря, это асинхронный проект. Но, скажем так, то, что я вам рассказал, делать так не надо. Я вам рассказал, что вы просто сделали вывод о том, как вы будете идти к этому пути. Я проходил через это сам, через этот же путь. Я делал те же ошибки, но я же обещал вас предостеречь. На самом деле, мой JS в своем коде, который вы пишете, вы не кидаете exception. Дело в том, что есть языки, в которых, допустим, не принято кидывать exception. Допустим, он же QC. И есть Java, которая, допустим, все кидывается по любому поводу exception. Вот. И мне достаточно разные в этом подходе. Object QC exception означает, что у вас конкретно что-то не так, и единственный способ надо завершаться. Но JS это то же самое. То есть, если у вас прилетел непойманный exception, то у вас что-то конкретно не так, и нужно завершить. Как вообще в коде выглядит обычная обработка ошибок в всех модулях, практически там, за большим исключением, как следует вообще вам писать? Допустим, вот эта некая функция, которая как раз реализует стандартный подход к выполнению асинхронного кода. В чем ее отличие? Дело в том, что у нее есть первый, второй параметр, и последним параметром идет callback. Этот callback, он первым параметром возвращает ошибку. Если нет ошибки, то нет. А если, ну, а вторым параметром уже результат выполнения. Таким образом, мы, грубо говоря, не кидаем никаких exception, мы ловим его, грубо говоря, в callback. Как это выглядит? Грубо говоря, мы вызываем функцию, а уже в callback смотрим, у нас есть ошибка. Если есть, значит мы обрабатываем ее. Если ее нет, значит мы пользуемся результатом. Так работает, наверное, 90% модулей и кода Node.js, который будет на GitHub, ну и который будет писать. Вот. Также есть другой подход, он встречается гораздо реже, это подход с использованием асинхронных кодов. Вот та же ровно функция, но она уже работает асинхронно. Она возвращает, в общем-то, объект error, если у нее происходит ошибка, или результат. Как это проверяется? Вызываете эту функцию, сохраняете, допустим, результат. Вот, и смотрите, если инстанс результата error, значит у нас произошла ошибка. Иначе все в порядке, можно отрабатывать. Это порождает, в общем-то, определенные сложности в программировании Node.js, потому что вы постоянно имеете дело с огромным количеством каких-то callback. Но, скажем так, это решается. Это решается через промисы. Я рассказывал уже на предыдущих лекциях про замечательную библиотеку Q. Вот. И если кто будет программировать, посмотрите, в первую очередь, это реально облегчит вам программирование кода с большим количеством callback. Особенно там с базами данных и подобными вещами, где их количество стремится к бесконечности. И вот такой вопрос часто возникает. Если мы все пишем правильно, все в коде, вот, возвращаем exception, мы их не кидаем через throw, то наше приложение будет падать или нет? Не все так просто. Дело в том, что после установки Concurrent Install, как правило, нормальное приложение где-то 30-40 зависит. Это модули, которые вам поставят. И ваше приложение превращается в вайп. И выполняется огромное количество кодов в разных местах, которые вы не контролируете. И на вендорского кода. Потом, как я говорил, есть модули, которые компилируются еще во что-то. И которые написаны на C, и написаны, ну, не всегда качественно. C уже давно забытое искусство. И они не пекут, они кидают эксепшены и приводят к невероятным результатам иногда. Потому вы не можете отвечать за... Вы можете отвечать за работу своего кода, но не можете отвечать за работу всех остальных расширений. И как же, в общем-то, это обходить. Как я говорил, что если вы поймали exception, то лучше это завершать. Но это порождает определенные сложности. Представьте себе, у вас куча клиентов, они работают с вашим сайтом, тут у нового клиента происходит, в общем-то, ошибка.
соблюдается исключение, что вам нужно? Вам нужно завершить. То есть вы прекращаете работу для всех клиентов, вы завершаете все коннекшены и делаете процесс exit, грубо говоря. Да, у вас есть такая, скажем, подушка безопасности, никто на продакшн не использует просто полный Node.js без всяких мониторов, типа Forever, Monitor, Supervisor и их очень много достаточно. Вот, ну, в основном я, допустим, использую Forever для конкретного Node.js, какое-то чисто Node.js решение. Я, в принципе, за некоторыми моментами, но устраиваю. А что она делает? Она следит за процессом. Процесс упал, оно перезапускает. Ну, тоже такое себе решение. То есть, представьте, ну, люди там работали, плохо, там сервер упал. Ну, кто-то ошибка, там все возвращается. Там back to way или еще что-то. Ну, подождание, там, сервер запускается, допустим, там, секунд 15-20, но все это время он не работает. Тоже, наверное, не очень, да? Дальше, это все будет. Но обычно люди не завершают приложение. Первое, что приходит в голову, поймали, залогировали, продолжаем работать. Ничего страшного. Действительно, в большинстве случаев это все, в принципе, работает. Причем довольно спокойно. Вот. Я делал точно так же. То есть ничего странного в этом решении нет. Хотя во всей документации написано, никогда не игнорируйте exception, завершайтесь. Это документация нужна постоянно. Но они не объясняют почему. Они рассказывают про то, что состояние приложения после непонятного эксепшена может быть неопределенным. Никогда никто не говорит, что такое неопределенное состояние. Ведь ты тестируешь свое приложение, оно работает, обрабатывает запросы даже после эксепшена. Но что же такое неопределенное состояние? Я столкнулся с этим, когда мы уже тестировали, слава богу, как она такая атмосфера все работала. Вот. И произошел один интересный момент. Дело в том, что сам сервис, который я писал, это была обработка больших файлов. Грубо говоря, это был сервис по обработке изображений. Потом он там конвертирует их, делает тутнейлы, там еще такие операции интересные, где загружают на облачные хранилища и так далее. Вот. Довольно много операций происходит с файлами, и они довольно тяжелые. И оно как бы, ну, видно было, что там Node.js подтекал. Ну, никогда к этому особого значения не придаешь, ну, там, перезапустится, он пойдет, там, вот если мы зашли, что страшного, перезапустится. Вот, до поры до времени. Пока у меня раз не спать, я не поймал ошибку, потому что у меня получилось спать по серии. То есть, кидает exception, он не поймал, я его залогировал, там, он назывался на самом камере, что такое. Вот, и что произошло интересно в стиле приложения. Все запросы, которые были после первого падения, перестали обрабатываться. То есть у вас все работает, все это, но каждый запрос, который у вас происходит, когда Node.js пытается выделить какую-либо память, у него сразу же кидается exception на то, что памяти недостаточно, хотя память на сервере есть. Вот. И мы в шоке просто, потому что оно работает, оно никто не запускается, но оно не выполняет запросы, не выполняет все функции. И таких вариантов это только один я привел, который точно приводит к последствиям. Вы не представляете, какие еще могут быть эксепшены, которые могут приводить к приложению в неопределенное состояние. Поэтому стоит об этом позаботиться. А как, в принципе, выглядит выполнение процессов в Node.js? Вот у вас есть процесс, у вас к нему коннектятся юзеры, там передают данные, он там что-то им отвечал. Все довольно просто. Вот. Процесс упал, все юзеры, которые подключены, все, они получают данные. Вот. Но это можно изменить. Называется такая штука Master API. Она еще хуже по стабильности, это экспериментальная штука. Но она позволяет делать очень интересные вещи. Она позволяет делать вот так. Вы поднимаете, грубо говоря, первым делом мастер-процесс. За мастер-процесс сам решает, нужны ли ему еще воркеры и так далее. Вот если нужны, он поднимает еще воркеров. Потом сколько хочет. Вот. Сколько вы запрограммируете. Ну, грубо говоря, это на вашей совести, как менеджер эти все процессы. Вот. Притом вот это уже отдельные процессы. Отдельный процесс — это отдельная память.
Даже там потеряете, допустим, в одном процессе, конечно же, это будет меньше затрат памяти, чем 5 процессов. Но при вот такой ситуации ваш юзер продолжит работать. Допустим, один из них получит 500, но все остальные будут продолжать работать на кровати. Поскольку этот процесс упал, но есть еще несколько других, и после его падения ваш процесс об этом узнает и восстановит, создаст новый процесс, который будет так работать. Потом, это достаточно интересная возможность контролировать расход памяти, контролировать разные другие вещи. Сколько, допустим, запускать воркеров на один процесс, как распределять юзеров. Сетап положится на ваш плеч. Вот. С одной стороны, как бы программировать это среди норм, с другой стороны, ну, это гибко. Допустим, если вы будете делать то же самое на питоне, то вы как делать? Вы напишете приложение, оно всегда будет. Допустим, один процесс рассчитан. Вы заберете гайпорт какой-то, говорите ему запускать, допустим, 5 воркеров, он берет, запускает ваше приложение, допустим, там 5 раз. Вот. И дальше он посылает ему вопрос. То есть он слушает там какой-то код, который направляет на эти все. Ну, на воркере, потому что тоже как бы вариант. Вот. Но не контролирует, сколько он туда не контролирует, допустим, память и так далее. Конечно, можно взять там какие-то посложнее вещи, вот, и там может быть больше возможностей, но реально программировать это все самому, это гораздо лучше. Как, допустим, выглядит поднятие такой штуки? Первым делом запрашиваете через require cluster, это, в общем-то, объект, который отвечает за создание кластера. И дальше смотрите, есть такая функция this worker, вернее, property. Вот, вы смотрите, это worker, да? Значит, вы запускаете, допустим, там, какой-то код из вашего, допустим, server.js, который самый главный, который вы запускаете, где-то там мод. Server.js, и это является входной точкой вашего положения. Ну да, входная точка. И она запускается в зависимости от того, вот мастер, допустим, у меня, вас может подключаться, мы это просим на пример. Вот. Запускать, допустим, разные файлы, идти уже разными путями. Я потом объясню, почему разными путями лучше. Ну, как, допустим, устроена вся эта... Ой. У вас есть Server.js, входная точка. Когда она запускается, вы смотрите, это worker или мастер. Первым, конечно же, запустится мастер сюда. Первое, что он делает, он поставит уже мастера его, и вы поймете, что это мастер, и вы запускаете код мастера. Код мастера от worker должен отличаться. Почему? Дело в том, что мастер – это очень важная штука. Если вы потеряете мастер, то ваше приложение полностью упадет. Если вы потеряете worker, то пойдет только worker. Приложение останется работать, и вы сможете его перезапустить, поднять по новой, или еще что-то, какие-то операции произвести. То есть это будет не конец, а потерять мастер – это конец. Поэтому логика мастера должна быть попроще, вот, и, скажем так, более безопасна. Вот. Когда вы запускаете, запускаются, кстати, новые воркеры через кластер fork. Когда вы делаете кластер fork у себя в мастере, то создается новый воркер. Можно заниматься уже воркер. Вот. И таким образом он как бы запускает Server.js по новой, но уже с другим планом. Так происходит, допустим, создание скажем так, начального пула воркеров, которые нужны. Вот. Надо еще отметить, что здесь еще использован domain API. Как видите, как я это реализовал всегда. В мастер коде, который выполняет, там есть domain API. Зачем? Для того, чтобы ловить ошибки и на них реагировать. Если мы, допустим, поймали ее в мастере, то мы знаем, что нужно завершиться. Вот. И нам нужно завершить еще и наши воркеры. Вот. И в этом случае это реально очень полезная штука. Вот. То же самое и в воркерах. Код, который воркера, ну просто пользователя, грубо говоря, они выполняются определенным домейн. Благодаря этому мы понимаем, что у нас произошла ошибка в воркере, и следует завершить его. Потом, когда он завершается, он еще и сообщает мастеру, что он завершился.
Вот. Воркер, мастер и воркер могут общаться между собой только посредством сообщений. То есть никаких объектов иногда передавать не могут, только текстовые сообщения, но благодаря событиям. Как, допустим, событиями я у себя делал? Допустим, приходит, я такую штуку тут увел, как мастер-процесс-менеджер. Грубо говоря, он занимается тем, что менеджер пул процессов, вот, workers pool, и отвечает за создание новых, вот, убийство старых там и перезапуск тех, кто заключен. Вот. Как это происходит? Мастер-процесс говорит cluster fork. Cluster fork возвращает, в общем-то, объект worker. Это все как бы уже давно устроено, это стандартные нативные компоненты. И дальше у воркера вы можете подписаться на всякие события. Это псевдоход, там, на самом деле, чуть по-другому, но суть понятна. Что вы подписываетесь, допустим, на ряд событий. Которые, какие, допустим, я считаю, важны, первое, что нужно подумать. Это ready event. Я потому что когда воркер запускает, ему нужно какое-то время для того, чтобы начать действительно что-то делать. Подключиться там в базе данных, прочитать конфиги, еще загрузить какой-то environment и так далее. То есть он стартует не мгновенно. И вот эту вещь стоит учитывать, что он стартует не мгновенно, и поэтому мы не можем отправлять работу на воркер до того, как он полностью был загружен. Там полностью подключился и готов обслуживать клиентов. Поэтому мы подписываемся на это событие, и как только у нас воркер готов, тогда мы посылаем события назад в мастер-процесс. Мастер-процесс ставит данный воркер в рабочий пул и уже может отправлять на него запросы. Следующее событие, которое очень интересно, это error. Вы подписываетесь так же самое на... Я понимаю, что воркер, по сути, он слушает... Вот это, ну, выполняется в домене, и, следовательно, когда происходит ошибка, в отличие от мастера, он не завершается сам. Он говорит мастеру о том, что у меня произошла ошибка. Мастер смотрит, ага, произошла ошибка, и тут уже двойка вступает. То есть уже на мастере мастер решает, что делать с этим воркером, который выключен. Бить его или нет. Ну, все И после этого, допустим, посылает также сообщение, мастер посылает сообщение воркера о том, что да, завершается. Вы можете также подписаться еще на события, неплохо бы было бы подписаться на события завершения. То есть тогда вы можете больше контролировать выполнение своего дела. Вот. И неплохо тоже в мастере реализовать такую штуку, что если у вас с ошибкой завершился воркер, то нужно, наверное, на его место поставить другое. То есть после завершения мы можем создать новый воркер. А вот, допустим, как работают уже сообщения пользователей. Да, там еще забыл рассказать одну штуку. Это так данные. Когда вы посылаете, допустим, через какой-то определенный формат уже сообщений задачу вашему воркеру, то неплохо дождаться подписаться на событие окончания этой задачи. Это помогает, то есть вы сможете понять, мы запустили, выполнили столько-то задач, вы сможете смотреть, сколько задач на момент обслуживает этот воркер и так далее. Такие вещи, они очень помогают для более гибкого контроля. Плюс вы еще можете через воркер следить за количеством памяти и так далее. То есть тоже штука очень неплохая, сколько потребляет данный воркер, допустим, поставить лимиты на его, грубо говоря, завершение. Вот. Допустим, в ваше приложение пришла задача выполнить какую-то задачу. Что делает мастер-процесс? Он ищет в пуле воркер, который либо свободен, либо наименьше загружен. Это уже решает он. Он должна быть определенная логика, которая должна искать подходящий, грубо говоря, воркер. Дальше она выбирает этот воркер из пула и начинает посылать ему, грубо говоря, сообщение о том, что ему нужно что-то сделать. Соответственно, внутри этого воркера слушает это сообщение, вот там определенный формат, если он его расшифровывает, и выполняет этот вот. А после того, как он справился, он отвечает обратно через процесс send,
в этом случае уже процесса. То есть воркер у себя посылает мастеру события через процесс объекта. А мастер посылает воркер через уже самого воркера. То есть он должен найти воркер помнит и послать воркер. Когда произошла конфетка. Ну, это, в общем-то, логично. Вот. После того, как он завершил обработку, он посылает сообщение о том, что все закончилось. Я вам расскажу, допустим, тоже одну поучительную историю. В общем-то, в моем опыте. Про вот этот самый нахождение подходящего воркера. В плюсах и минусах некоторых подходов. Была, значит, у меня задача по проработке файлов, как я говорил. Проработка файлов – процедура достаточно тяжелая и стрёмная. То есть там много очень можно прийти не так. И достаточно неплохо выполнять, грубо говоря, каждую задачу один интерфейс. Почему? Если, допустим, вы загружаете файл, допустим, на этапе обработки, там, запуски его там еще куда-то, на этапе обработки, грубо говоря, изображения. У вас происходит ошибка уже в другом, скажем, в другой задаче. Вот выполнялось на процессе две задачи, одна из них завершена. Вам придется убить, в общем-то, процесс весь. А там как бы выполнялась вторая задача, которая, возможно, была нормально завершилась в этом случае. Вот. И чтобы это пройти, допустим, я да, использовал на каждый процесс. Процесс у меня выполнял отдельную задачу. Более того, после выполнения, допустим, ряда запросов, я его завершал, поскольку фишки памяти становятся актуальными. Там используются слишком виды, и они приводят довольно часто к большим проблемам в этом плане. Но тут же может существовать и другой подход. Если вам выдают не такие, можно делать такие опасные вещи, как обработка файла, можете вполне использовать проще подход, это, допустим, использовать один и тот же воркер для выполнения моих запросов. Это все зависит только от ваших задач. То есть такие ресурсы емкие задачи, которые опасны, которые лучше не прерывать, я рекомендую отдельно. Если это легкая, которая не ничего страшного, если пользователь не получит там фильм. Да, ну все, например, будет работать. Ну вот, ага. Ну, будет страшно, если файл на половине сконвертится, вот, и отправить непонятно что куда-то. Вот. Это чем-то, это то, что я хотел сказать. Да, некоторые получают, конечно, немножко кратенькое, но мы можем комментировать это общение, если у вас какие-то вопросы. Какое самое простое и какое самое более насыщенное функционалом приложения следует написать прямо Ну, смотря на нас, что ты хочешь писать, хочешь повеселиться, вот, то, конечно же, вчера это там уже... Да, это неинтересно. Если хочешь повеселиться, действительно, то было бы интересно сделать по-другому что-то. Когда у тебя на сервере будет считаться физика на канвасе, и будет канвас рисоваться там же. И очень интересная задача синхронизации между двух клиентов и двух. Потому что плана клиента она шла одновременно. Тупо говоря, мы видим, что ты будет шутером, да? Особенно это будет реально очень челленджевая вещь. То есть придется посчитать немного про геймдев, про там, отмотку времени и разные приколы интересные. Вот. И с тем же в то же время ты окажешься в мир достаточно сильно Node.js. Потом ты будешь использовать его по назначению. То есть ты будешь использовать Canvas, который у тебя будет работать на метафоре большая тоже. То есть это будет очень, очень интересно. Если ты хочешь, допустим, работать с Node.js в плане веба, не так весело, но тоже практично. Я бы тебе советовал бы посмотреть такие штуки, как семантичный JavaScript, или как это называется, можно. Но суть в том, что ты как бы выполняешь один и тот же код, грубо говоря, на сервере и на фронтенде. И там, допустим, шаблоны фронтендовые и бэкендовые, они видят одновременно. Грубо говоря, это решает довольно такую штуку интересную с фронтендом. Вот ты пишешь приложение на Google. Грубо говоря, там у него есть определенные ссылки, углы и так далее. Вот. Если ты дашь человеку, ну вот если сервер зайдет по этому углу, он там еще не видит, потому что он будет загружать там JavaScript. Нужно выполнить JavaScript, чтобы получить контакт.
Вот. А такие вещи это решают. Допустим, из известных работников это Дерби и Микелон, которые используют дефенсы. Вот. И они как раз занимаются тем, что решают данную проблему. То есть, когда робот зайдет на какой-то бут, он получит информацию с такого лака, как будто он зашел на PHP-сайт, предполагаю. Вот. В то же время, когда он там, пользователь будет, зайдет на структуру, будет ходить, то он будет выполнять, как, наверное, какое-то приложение, там, написано на Google. То есть, выбирай, что тебе больше нравится. Вот. Также я тебе рекомендовал бы, чтобы немножко еще лучше поработать на Node.js базовыми данными. Допустим, поставить такой команду и попробовать с ним попадаться, чтобы понять, что она такое. Есть еще вопрос? В чем прогресс в стабильности менеджмента? В чем стабильность прогресс? Ну, в принципе, если ты используешь кластер API, то оно менее-более стабильно. То есть гораздо стабильнее, чем там, просто в одном процессе запускать. Но с другой стороны, если ты без этого API будешь запускать, то он будет все-таки чай. И ты спрашиваешь, почему они считают его нестабильным. Ну, да. Считают его стабильным, потому что у них очень долгий цикл проверок, грубо говоря. Да, и они его пилят, они могут изменить. В этом еще есть нестабильность. То есть может произойти изменение, какое-то его уничтожит, и вы придется от изменения данного. Если оно стабильно, то его уже нет никто. Ну, по крайней мере, ближайшее. Но она вполне обидится за использование. Я не заметил каких-то особо таких проблем, которые просто блокировали его. Какие известные общие действительные сайты и проекты на Node.js? Довольно много используют Node.js проектов. Допустим, я разрабатываю такой сайт, который называется Timportal. Он там находится в глубокой разработке, но тем не менее у нас большая часть сервиса написана на Node.js. Здесь у нас, конечно, и пешки бэкэнд, есть питомовские сервисы, но просто именно там, где это нужно, а нам нужно там достаточно там будет три, грубо говоря, сервиса разных. Они написаны на Node.js, и, допустим, ну или на JavaScript. Это фронтенд, сервер, который обеспечивает непрерывную коммуникацию с пользователем. Допустим, это Kindle, это некая подбрачный код, который позволяет вам рисовать, допустим, какие-то объекты, да, и все, кто находится на этой страничке, да, видят, как человек рисует, могут ему помогать и так далее. То есть, грубо говоря, человек загружает какой-то план и обсуждает со своими коллегами, как там дизайн сделать, или дом сделать, или еще какие-то там чертежи. Вот. И там используется именно сервер, который обеспечивает эту коммуникацию. Также есть второй сервер, который обеспечивает обслуживание очередей. Я непосредственно занимался разработкой сервера обслуживания очередей. Этот сервер занимается тем, что загружает файлы, выполняет такие операции тяжелые, которые нельзя выполнить на сервере. Я знаю, что многие, в общем, даже там всякие твиттеры и так далее, имеют неопределенные API, написанные на Node.js. Ну, просто полностью так вот написано. Я не могу вспомнить. Ну, думаю, можно погуглить, он найдет. То есть это очень популярная тема и может не использоваться. А как видите, у вас полный момент? Хороший вопрос. Ну, это года 2-3. Очень молодой. Но это не значит, что Node.js появился, была первая идея о том, что можно использовать JavaScript на бэкэнде. Да, Node.js существовало довольно большое количество разных попыток запускать это все на сервере. То есть Node.js был совсем не делал. То есть до этого там всем было технологии, которые пытались это все делать. И Node.js подбивал Google, потом подбивался на движке V8, вот, который не самый лучший, если как-то завернуть его внутрь, но тем не менее он совсем удачно справляется. Достаточно интересно.
Я говорю, суть нот GS, что ты можешь, ну, получаешь уникальную возможность выполнять один и тот же код на сервере и на фронтенде. Конечно, придется постараться, но вполне возможно. А если вы на физически разные серверы, сервера разбитые, если вы выполнили по мастеру на каждый сервер? Да. Хотя бы, ну, допустим, создаваться нода, оно будет деплоиться, продается приложение, и только приложение будет создаваться, оно будет запускать мастер-процесс, мастер-процесс будет запускать дочерний процесс. И так вот на всех серверах. Как сервер разбитый очень создается? Они общаются через базу, через кредис, через очереди и вишки JS, SCP и разные другие штуки. Все зависит от того, как, ну, как я нужно общение. Бурковый это можно написать на TCP инспекте, вот, на сокет и общаться через сокет друг друга открывать и общаться. Просто как бы стандартные возможности встроены, грубо говоря, в JS такой нет. За сколько просто гарбич коллектор? Какие-нибудь А срывается на Б, Б срывается на А? Да, постоянно. Потом очень даже из-за штуки, как замыкание от доски, очень легко самому вводить номер юрики никогда. Дело в том, что, допустим, вы можете создавать какую-то переменную, допустим, объект какой-то из дома получить или еще что-то. Неважно. И вот же, в этой же функции создавать callback, который будет еще что-то делать. И вот в этот callback попадет эта самая перемена, что может создать замыкание. Мы не тебе объясняем, что это за нас функция создавать. Грубо говоря, у тебя в стопе она всегда будет лежать. Это, и он ее не удалит, потому что она у тебя лежит там в стопе, этого callback. Представь, как тяжело это писать. Я за такой, это нормально, да. Еще вопрос? Ну что ж, да, включим ссылочки. Вот. Если их немного, тут мы их так, и, в общем-то, рекомендация специально на просвете я не говорю. Рекомендую, если хотите все эти форматы прочитать их очень внимательно. Она небольшая, но там насыщение вашими фактами очень большое. То есть буквально каждую строчку можно читать, чтобы понимать. Ну как бы они не сильно объясняют некоторые моменты. Они как бывает, они говорят, видео. Почему? Это какой-то скажу. Ну и мой имейл, если кому-то хочется еще что-то. Всем спасибо.